Каждое место – это не только территория. Прежде всего, это история. Потому что на планете Земля нет ничего древнее, чем место. Но вот этот медведь, он взрослый, и, вероятнее, все-таки самка. Вот. Ну, здесь я ручаться не могу, конечно, но размер достаточно большой, линейкой можно измерить. И ходит регулярно, очень любят медведи по дороге ходить, и днем можно встретить, и утром. Ну, хозяева, что скажешь. Странное это место. Громадный правильный треугольник площадью в 120 тысяч гектар дремучей Прибайкальской тайги. По его границам издревле селились люди. А вот о том, что происходит внутри треугольника, толком никто не знал. Да и сейчас не знает. Всякие ходят слухи. Говорят, что в треугольник можно уйти и не вернуться. Блудные, говорят, места. Даже аптечка есть. Таблеточки, все на свете, от сердца до сердца. Аккумулятора нету, по-моему, но нет аккумулятора. А бензин? Ну хоть. Есть бензин? Прежде всего, почему грязь валяется, люди брезгуют сами за собой прибираться. Собственно же, продают грязь свою, они ее стыдятся и брезгуют. Я не знаю, в чем тут особенность, в чем тут тайна, но это вот он факт. Стесняются собственной грязи. Ну, производить не стесняются. Когда дежурил здесь на шлагбауме, погиб. Честно говоря, до конца неизвестно, мне, по крайней мере, точно, какая была причина его гибели. Но основная причина, что его убили в связи с какой-то вот разборкой, именно люди, которые проезжают в тайгу. Более 20 лет в Волхинский треугольник приходит Сергей Сомов, в прошлом охотовед, а ныне школьный учитель. А история этих мест уходит в далекое прошлое. Когда-то здесь проходили тайные дороги контрабандистов, везущих незаконный товар из Монголии и Китая. На этих горе-челноков со всей округи стекались сюда разбойники. Но а в тайге закон простой. Кто первым стрельнул, тот и прав. Ох, и много кровушки людской разлито по этим сопкам. При постройке легендарной Кругобайкалки много катаржан уходило в тайгу. Люди строили землянки, жили в норах, как дикие звери, постепенно превращаясь в зверей. Ночами над тайгой разносились их голодные вопли. Оттого, может быть, местные крестьяне неохотно осваивали прибайкальские леса. Ты мне скажи, пожалуйста, тебе вообще
вообще какой переход через ручей нужен, чтоб я попал? Ну, это за период существования Солонца, он где-то в 40-х годах заложен, а то и даже раньше. Получается, ему почти 70 и больше лет этому Солонцу. Это для наших мест редкость, тем более он искусственный. И где-то вот отсюда, вот этих краев, и вот так округностью все это съедено. Где-то вот такой высоты земля была примерно. Потому что, ну, однозначно вот такая высота была. Вот эта тропа раньше была солдатской дорогой. Местные жители ее называют солдатский тракт или просто тракт. Ну, вот это, конечно, просто тропа, как конная тропа даже. А колеи этой дороги, их не видно. Заросли лесом. Очень хороший показатель этих колеи, это вот ольховы, заросли. Они как раз показывают, где была колея. Ну, по некоторым моим данным, вот эта дорога во многих местах совпадает с старинной, еще до создания Транссибирской магистрали, такой так называемой торговой или контрабандной дорогой, которая, их было много вариантов этих дорог, но одна из самых удобных, она именно вот по этому хребту выходила на поселок Култук, потому что тащиться по болотам, по каким-то густым кедровым лесам было труднее, чем по светлохвойным, сухим, прибайкальским гривам. А потом уже солдаты, геодезисты, они эту дорогу присмотрели. В это трудно поверить, но полвека назад на этих сопках кипела жизнь. Когда в 40-х запахло войной с Японией, военные затащили сюда пушки, чтобы какой-нибудь японский самолет не прорвался и не сбросил бомбы на многочисленные тоннели Кругобайкальской железной дороги. Так здесь появились секретные объекты, тщательно замаскированные артиллерийские батареи. За 10 метров ничего подозрительного, кусты и деревья. А как продернешься сквозь заросли, тут и ахнешь. Бараки, склады, вышки. В глубине тайги солдатские лагеря были. Есть, например, распадок, называется шинелка. Солдат пришел и повесил шинель, или шел, что-то делал, и почему-то он ее не забрал. И она висела до тех пор, пока не истлела. Гусеницы тяжелой техники безжалостно месили лесную почву. Бравые солдатики легко валили вековые кедры и лиственницы на строительство своих укреплений. О природе тогда никто и не думал. Но это осталось от солдат. По разговорам местных жителей, это что-то, какая-то принадлежность от зенитных пулеметов. То есть сюда укладывалась пулеметная лента. Большие очень патроны гильзы. Вот так вот. Вот в эти пазы, вот сюда. И она как конвейер идет и подается на орудия или на пулеметы на эти. От 130-го километра, от Шебуртуя, левый Шебуртуй до Байкала и до Чеплинской, считалась запретная зона. То есть здесь стояли солдатские лагеря, дороги их не были, и зона специальная. То есть местным жителям, тем более посторонним, запрещалось тут ходить. Вышки стояли. Подобно тому, как дерево затягивает корой охотничью затеску, природа быстро стирает с лица земли то, что было ей враждебно. Сегодня только опытным глазом в таежной подстилке можно различить зияющие провалы землянок.
Ну, вот это вот совершенно из каната, неподдельная надпись такая. Единственная тайна, вот что удивляет, дерево наполовину усохшее, но все-таки живое. И вот, видимо, поэтому оно не затянуло. Видите, края завернулись, смолой не залило, только чуть-чуть здесь. Обычно такие надписи, тем более, если 1913 год, ее бы затянуло, и ничего бы не осталось. Здесь покоится тело АК, видимо, казака, Тункинской волости. Тут точка сокращенная. Степана Петрова, убитого 20 мая 1913 года. Мир праху твоему, товарищ. Ну, кто это был? Что здесь было? Тайна. Странные это места. Гиблые. Только вот следы тяжелых вездеходов здесь заросли менее чем за полвека. А вырубленный крест на могиле тункинского казака не затягивается корой почти 100 лет.